На царскую рыбалку скоро можно будет отправиться на север области. Правда, придется подождать несколько лет, пока благородная рыба подрастет. В реку Тальтия, это за Ивделем, выпустили 4000 мальков стерляди. Рыба, как с горки в аквапарке, отправилась на постоянное место жительства в водоем. До Тальтии стерлядь проделала 400 километров в специальных баках. Каждая сигалетка, то есть малек нынешнего сезона, весит не больше 50 граммов. Правда, вес рыбы наберет быстро. Стерлядь раньше водилась в Свердловских реках. Уральская горно-металлургическая компания не в первый раз выпускает благородную рыбу в водоемы региона. И традиция будет продолжена. Здесь у нас большие планы на севере по строительству обогатительной фабрики и развитию рудников, подземный рудник. Поэтому место наше, родное, его надо содержать в хорошем состоянии. Будем продолжать эту эпопею с зарыблением.